Всем привет, дорогие друзья! Тюмень на связи, и это чемпионат России по стритлифтингу. Прямо сейчас ребята проходят регистрацию, проходят взвешивание, и уже буквально через считанные часы мы увидимся на турниках и брусьях. Тюмень уже не первый раз приезжаем в целом. Буду рад принять участие в таком масштабном событии для города, для всей страны. Ожидание от чемпионата, что все пройдет гладко, без травм самое главное. Соперникам и всем участникам желаю удачи, чтобы показали максимальный свой результат. Тюмень, как обычно, будет удивлять нас своим масштабом, событием и организацией. Происходит бешеная гонка, весогонка. Не хватает совсем вот так вот, чтобы пройти весовую категорию. Поэтому тренер сказал, надо идти. И поэтому я уже минут 20 кручу велосипед. Если честно, накануне соревнований это делать уже очень трудно. Вообще для меня это самое первое соревнование. Я до этого просто для себя отжимался, подтягивался с дополнительным весом. Тренер меня с 8 класса приучил к этому. И по итогу я к этому как-то пришел. И вот удалась возможность поучаствовать на соревнованиях, попытать свои силы, так сказать. Вот. Но отсюда без мастера спорта я ни в коем случае не уеду. Знаете, почему мы не доверяем грузчикам? Потому что они всегда все бросают и царапают. А мы делаем это очень аккуратно. Это у нас человек-тренер. Кстати, с качалки. Мощный, выраженный. Это Макс Морж. Это Иван, тренер. Это самый мощный коуч. Так, кто у нас еще? А все? Мне кажется, Богдану нужно ускориться, потому что он как-то очень сильно медленно работает. Такое ощущение, что он халтурит. Нет, все нормально. На самом деле, всегда со стороны кажется все легко, элементарно и самое главное просто. Но нет, друзья, это месяцы, а то и еще больше времени подготовки. Это оборудование, это, не знаю, сметы, люди. Это много всего. Ну что, 2 месяца подготовки, много часов работы, и вот они, дни X. Ну что, друзья, можно смело сказать, мы начинаем чемпионат России. Всем привет! Мы находимся на чемпионате России по стритлифтингу. Здесь собрались спортсмены из 12 городов России. Кто стал участником масштабного соревнования, узнаем прямо сейчас. Вы к нам приехали поддержать кого-то? Нет, я уже выступил, еще буду выступать. Ну, как выступили? Как вообще вам чемпионат в целом? Вообще круто очень. По сравнению с тем, что я был до этого, уровень очень хороший. Я бы сказал очень классно. Высокий, высочайший. Можно чемпионат мира смело проводить. Как приятно, да, как приятно. Да, еще чуть-чуть немножко шоу добавить, шума. То есть зрителей позаводить, и будет вообще просто. Все, а мы добавим что-нибудь все, в следующий все. Раз обязательно. А так, все организационные моменты, как все устроено, просто высший класс, пилотаж. Все же спортсмены у нас скидывали вес, готовились, да, нужно было войти. Ваши лайфхаки, как вы сбрасывали вес? Я бросил пить и ходить в KFC. Я стал делать кардио. По утрам кардио самое эффективное. Немножко бегал и на скакалке прыгал. Таким образом сбросил, короче, 5 килограммов. Я после вешания вот такой бургер съел. Вот такой бургер. Я нашел самый большой бургер в Тюмени, я съел его. Атмосфера очень хорошая. В Тюмень я приезжаю уже второй раз. Тюмень очень гостеприимная. Тут я всегда выигрываю. Я очень доволен этим. Поэтому мне все нравится. Перед
перекусить дальше. Да я даже перекусить не успеваю. На самом деле, хороший организатор отдыхает во время мероприятия, и это просто попросили меня принести. А, да. У меня к тебе вопрос. Почему ты не участвуешь сегодня? Потому что я организовываю. А может быть ты... Организовывать сложнее, чем участвовать. Друзья, у нас такая версия просто. Может быть, ты не, ну, вес не добрал, там, не знаю, не скинул. Я его перебрал. И, честно, для меня не сложно выступить, поэтому надо просто настроиться, узнать, кто другой организовывать будет, и поехать туда и выиграть. Какие планы на будущее? Куда ты хочешь поехать? Ой, на ближайшее будущее? Да, в принципе, я бы вообще покатался бы везде. Не знаю, там города, страны не получится. Хотя бы по городам поездил и посмотрел бы уровень организации и, конечно же, на спортсменов. Расскажи, как в целом ты оцениваешь и участников? Смотрите, всегда оцениваю обратную связь именно от спортсменов, потому что они самые честные, наверное, потребители, которые у нас здесь присутствуют. Так что спортсмены от большей части счастливы. Положительные эмоции я уже выслушал, а негативные либо не говорят, либо попозже. Обычно они уезжают домой и начинают писать в чатах. Так что очень-очень надеюсь, что мы получилось у нас, так скажем, удивить спортсменов. Ну и на этом не останавливаемся. Мы видим свои личные недочеты, поэтому будем их делать, а обратная связь нам только в этом поможет. Спасибо. Есть такая у нас легенда, что ты вчера, значит, очень упорно трудилась, чтобы согнать вес. Знаешь, да? Знаю я эту историю. Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось? Ну, наверняка удалось. Как это? Сложно было, нет? Твои лайфхаки, как сбросить вес быстро и эффективно? На самом деле, просто не есть сутки, а прийти на взвешивание, понять, что тебе не хватает еще одного килограмма, идти прыгать на скакалке, потом опять взвешиваться, потом идти кататься на велосипеде, потом еще прыгать на скакалке. Ну и вот, и если не упадешь от обморока, то скинешь этот 1 килограмм. Вот так. И в общем, что мы хотим что сказать? Суть этой истории в том, что Лизе все удалось, она не упала в обморок, она взяла свой лучший вес сегодня. Кстати, да, 17,5. И это ее первый чемпионат. Блин, ну я сама такого не ожидала, если честно. Но отсюда без мастера спорта я ни в коем случае не уеду. Да, я обещал, я кричал, то, что сделаю мастера спорта, но что-то пошло не так. Вот. Но у меня есть 4-я попытка, и так себе галочку в голове поставить, что я сделаю мастера спорта. Вот. Поэтому сейчас у меня следующий подход. Я надеюсь, то, что я сделаю, оправдаю свои ожидания. И в следующий раз, когда будут здесь соревнования, я обязательно приеду, поучаствую и уже больше дисциплин возьму. Я вообще как бы увидел это движение в интернете, в ТикТоке, там что-то пацаны делали какие-то прикольные движения, мне это понравилось, я решил попробовать. Ну, поднял форму, начал уже заниматься, то есть конкретно силовые направления. И вот потом мама, короче, сказала, вот там Сергей Михнин есть, я могу тебя туда записать. Я такой, окей, давай попробуем. Все, я пришел, помню, первый тренер был Федор Трубин, и вот с ним я двигался как бы. И вот сейчас до сих пор занимаюсь, мне нравится, как бы заряжаемся. Вот я сейчас учусь в Екатеринбурге на юриста, но все равно тренируюсь по стритлифтингу и участвую в соревнованиях. Поэтому вообще все классно, мне нравится.